11 июля, Ялта. 9 вечера, мы с Рыжиком решили прогуляться. Какую не хочет дома оставаться. Вышли, я и ошейник забыл, короче, и поводок. Пешком пойдем. Над горами стелятся тучи, мощные тучи. В пионерском парке движ, дети играют, время 10 час. Ну, в основном на Рузвельта улице, как всегда, вода была после дождя. Сейчас я речку посмотрел, нормально в реке, там мало воды. Пушкинской люди тусят. Рыжик воду нашел. Рыжик водичку пьет. Чуть никогда не наблюдал, чтобы у этого чая была толпа такая. А что очередь? Удивительно. Дары крымской природы. А ну смотри на маму. Смотри на маму. Люди есть и в столовые, и на улице, и везде. Катарин, я смотрю другое, мне сегодня. Загавкали на Рыжика. Белка и это, как ее? Рыжик, как ее звать? Я забыл. Кудряшка красиво играет. Старые часы, да? Ты не пользуешься духами, Рыжик. Можешь приобрести, тебе уже пора. Все-таки на набережную ходишь гулять. А это посмотрим картины, Рыжик. Раньше пароходики ходили, классно. Классно было. Огромные пароходы. Да, собака. Девушка удивилась. Собака. Лавандовое поле. Смотрите, как красиво нарисовали. Класс, да? Сегодня не шумят, что там, может, не видит, что я снимаю. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока никто ничего. Девушка с апельсинами. Фото-видео запрещено, написано выше. Ну-ка, отойди оттуда, Рыжик. Сейчас
прям в реале мужик стоял и красками рисует. Такие картины у него четкие. Картина маслом. Смотрите, сколько народу. Я офигею просто, откуда они. Интересно, откуда они приехали? Иди, Барбоса, ищи. Это толпа, я в шоке. Посмотрите, какой движ замороженным турецким. Он что-то там делает, да, подкидывает там туда-сюда. Но как бы то ни было, люди подходят и берут. Дети же за руку тащат обычно, да, на такие вещи. Ангелок. Музыка Игоря Талькова. Летний дождь. Летний дождь начался сегодня рано. Летний дождь моей души омоет рану. Мы погрустим с ним вдалек. Если долго. Посмотрели мы, сколько людей на набережной вечером. Домой пойдем, назад. Пошли, Рыжуня, домой. Прогулялись. И хорош. На втором этаже люди появились. Раньше скрипки там играл вживую. Сейчас не знаю, что-то не слышно.
Рыжик, а ты что по кустам не прошелся? Интересно. Что это? Не хочешь по кустам пройтись? Спину почесать. Ага, ага, ага. Пошла жара, жара пошла. Приморский пляж сходим. Рыжик, не отставай. Рыжик сейчас подошел к цыганке. Гадальной карты. Так поглядел, да ничего, посмотрел. Дальше пошел погадать хотел. Гадание на картах по ладони называется тема. Ну надо же, даже фруктами торгуют здесь. Удивительно. Нектарин 250, виноград 400, смородина 300, клубника, лоток 350. А сколько, интересно, в лотке? Абрикос 250, персик 300. В лотке она сказала 500-600 грамм. Пока нет. Эй, Понька. Уникальная штука. Маленькая такая, слушайте, она вот, вот меня. Подожди, дай я запишу. Столько народа, капец, вообще капец, столько народа. Не было, да? На джигана похожий, тоже такой плотный. Я такую музыку вообще не люблю. Слушайте, луна, смотрите, какая луна. Не задави Рыжика. Смотрите, луна какая огромная. И на море. Красиво она светит. Тут черти полосатые. А что тут? Жареное мороженое. Они с этой. Еще себе. Люди, короче. А, не купаются. Мне показалось, купаются. Они сидят просто у моря чисто. Какой-то корабль подошел. Слушайте, такое отражение от луны. Клевое.
волны нету. Шли гонца так. Смотрите, дорожка такая. Рыжик вообще на шаг не отходит от меня. Даже на набережной и то вместе идет, удивительно. Вечером классно у моря, конечно, что говорить. Вот где красиво. Симпатичный пляжик. Он для детей. А что-то качели не поставили. Вчера были... год назад были качели огромные. Между прочим, красивые такие. Пошли, Рыжик, вдоль моря. Тут ты еще пойдешь там. Пошли. Идем. Не видно, вода чистая или нет. Ну, у берега мутновато, малёха. Только не попрошайничай, Рыжик, я тебя прошу. Только не попрошайничай. Пошли, пошли. Рыжик тоже любит дискотеки. Садись, Рыжик, покатаю тебя. Смотрит. Идем дальше. Приморский пляж. Сегодня у нас какое число? 11 июля. Сколько? Температура воды 26. А, нет, вру. Что-то стерли. 26. Воздух. Передай подписчикам привет, Рыжик. Наверху уже сидят. Сделали. Так, что, куда? Как пойдем? Мама, мама, мама. Ну что, в Ялте, наверное, походу сезон все же состоялся. Музыки пошел, Рыжик. Динамику поближе. Идем. Пошли. Заслушался.
Олеандр, интересно, сколько по времени цветет, а? Как же он вид делает. Красиво здесь, что говорить. Пятые года песня поет. Стоит, когда я сниму. А ты нюхал уже цветы? А? Рыжик. Более спокойно стал он, малорик. Пошли дальше. Спасибо, люди, за донат. Спасибо за помощь. Каракум поет. Друзья, это будет последний трек. Как говорится, крайний трек. Это лето. Крутили здесь долго. Давай, давай. Побежали.
На памятник залез. Ну что, мы с вами прощаемся. До завтра. Рыжик гавкнул на машину. Все Рыжик хотят погладить. Оглядывается, иду, не иду. Залез, Рыжик. Не будешь пальму поливать? Сколько время? 10 ровно. Ровно в 9 вышли, вот час гуляли. Поньку домой ведут. Понька бабла заработала. Домой идет Понька теперь. И вечером нашли, смотрите, домой идет и нашли это, пацана. Пацана посадили на Поньку. Смотрите, куда залез Рыжик. Ты водички захотел? А чё ж ты молчишь? А ты чё, с пены пьёшь? Отравишься, Рыжик. Ты что? Как же мы без тебя? Ты подумал? А? Пошли, спрыгивай давай. Там, наверное, ферри льется, а вот фонтан. Он здесь почему-то перестал пить воду. Вот фонтан на Пушкинской. Ну, тоже он пенится, там что-то сбоку, не знаю, от чего это пена, короче.